Доброе утро! Надеюсь, все или почти все уже посмотрели видеоролик о том, что из себя на самом деле представляет австралийское обрадование. Это передача Four Corners, 4 угла. Deception, Degrees of Deception. В передаче рассказывается о том, как в ведущих университетах Австралии. Это University of Western Sydney, Australian Catholic University и University of New South Wales. Существуют порочные практики приема на учебу людей с поддельными сертификатами IELTS, с абсолютно низким уровнем английского языка, и это может приводить, как говорят преподаватели, к очень трагичным последствиям. И это приводило к таким последствиям, когда, допустим, медбратья, медсестры, это наиболее, скажем так, популярная в медицине профессия, когда выпускники этих университетов не могли даже читать то, что написано на медикаментах, и это приводило к очень плачевным результатом для их пациентов. То есть эти новоиспеченные специалисты губили человеческие судьбы. Я бы хотел сказать, что эта ситуация наблюдается во всех учебных заведениях Австралии. И я уже много и много раз говорил, что коммерциализация образования в Австралии, погоня за длинным долларом приводит к тому, что качество образования резко падает. Я бы хотел сказать, что, может быть, вот эти три университета перечисленные, они не то чтобы имели гражданскую смелость, но, по крайней мере, преподаватели оттуда, в какой-то части административные работники, пошли в какой-то, опять-таки, степени, не считая высшего руководства университетов, которое, в общем-то, пыталась скрыть все эти факты под ковром. Вот. Все-таки эти университеты пошли при открытии вот этих секретов Полишинеля, этих тайн. Указывается, что иностранные агенты, которые образовательные агенты, да и иммиграционные тоже, которые работают за рубежом, в данном случае Китайской Народной Республики. Но это можно говорить о всех агентах, которые работают за рубежом. В той или иной степени вот эти порочные практики, они наблюдаются. Много раз уже говорилось, качество образования практически не зависит от того, какие вы деньги платите за обучение. Зачем платить 45, 35, 50, 54 тысячи долларов в год за обучение, за которое вы можете заплатить 11, 12, 15, 17 тысяч, 18 тысяч. Но люди почему-то все-таки проводят параллели между качеством образования и стоимостью образования. Я думаю, что эта передача начала, она с 2015 года, но раскручиваться сейчас она начала, потому что она имеет достаточно ярко выраженную направленность против Китайской Народной Республики. И это просто верхушка айсберга всей той политики, которая будет проводиться в 2017 году против Китая. То же самое наблюдалось в 2010-2011 году в отношении Индии, Пакистана, особенно Индии. И я не знаю, мне кажется, что все образование в Австралии, не Китай и Индия, а все другие страны так или иначе подвержены вот этой вот коррупции, этой ржавчине, которая уже не разъедает, она уже разъела образование. Когда преподавателей заставляют ставить оценки, чтобы люди заканчивали учебные заведения, и соответственно новые и новые потоки
вот этих псевдоспециалистов приезжали в страну. Вопросы правительству страны, правительству Австралии, вопросы к департаменту иммиграции, большие вопросы к подтверждающим организациям и самые большие вопросы к университетам. На первый взгляд кажется, что бороться с этим явлением нельзя. Коль замешаны деньги, соответственно, очень трудно спорить с людьми, когда на кону стоит их личная выгода, на кону стоит с другой стороны их иммиграция, вот этих вот студентов. Существует своего рода шантаж. Передача была зачитана, письмо, где студентка просила сделать ей все-таки зачет, то есть поставить пас вместо фейла, иначе она собиралась покончить с собой. И в нашей стране, в Австралии, к этому очень как-то щепетильно относятся. Соответственно, если она действительно себе покончила с собой, были бы очень большие проблемы университету, у преподавателя. Но вопрос, куда смотрел университет, когда брал таких людей, которые не умеют, собственно, говорить по-английски. Мы видим, какие требования предъявляются к нашим студентам, студентам, которые идут, например, Кингсон институт. То есть 6,5-7 баллов IELTS. Это в действительности те баллы, тот уровень знания, на котором находятся наши ребята. Я бы сказал так, что даже самые худшие в плане знания английского языка, на мой взгляд, гораздо достойнее выглядят в плане английского языка по сравнению со многими китайскими студентами, которых я встретил, например, в техническом университете Сиднея. Опять-таки, я не против китайских студентов, и тем более я не против Китайской Народной Республики, но этим людям в действительности тяжело. Их язык совершенно не похож на языки европейские, и им трудно адаптироваться в этой стране. Вопрос, почему государство поставило Китайскую Народную Республику на уровень подхода 1, и фактически любой студент может приехать на любое обучение в Австралию. Достаточно ему просто захотеть податься на студенческую визу. И студенты из таких европейских стран, как Украина, Россия, Беларусь, из таких республик, как Казахстан, они должны доказывать, что, как в том анекдоте, что они не верблюды, чтобы приехать сюда. Может быть, потому что один из наиболее влиятельных людей в Австралии, бывший премьер-министр, точнее, премьер штата Нью-Саус-Уэллс, бывший министр иностранных дел Австралии, Боб Карр, возглавляет китайско-австралийский совет по австралийско-китайским взаимоотношениям, Australian Chinese Relationship Council, который находится в UTS. И это тоже, ну, конечно, нельзя назвать этой коррупцией, но это коррупция, это лоббизм, это то, что нарушает порядок вещей, это то, что может привести к не очень хорошим, вот эти диспропорции, к не очень хорошим последствиям для страны. Соединенные Штаты еще до Трампа, еще до Обамы поняли, что в образовании для иностранных студентов нельзя больше 20% отдавать одному рынку, одной стране. Это случилось, когда Китайская Народная Республика, ее представительство выросло до 21-22%, и были приняты ограничительные меры. В Австралии количество китайских студентов уже переваливает за половину. Я не думаю, что такие люди, как Майкл Найт и последние разработчики каких-то долгосрочных программ, Future Unlimited и так далее, умнее наших американских коллег. Я не скажу, что Сиднейская Олимпиада была организована хорошо или плохо, но ставить человека, который организовывал эту Олимпиаду, организовывать образовательный процесс для иностранных студентов в Австралии,
На мой взгляд, это было ошибкой, и Майкл Найт, на мой взгляд, начал разрушение всего того, что, в общем-то, создавалось такими талантливыми людьми, как в том числе и в то время премьер-министр Австралии Джон Хавард. И на данный момент мы видим руины, мы видим образование, которое резко упало, мы видим студентов, которые приезжают только за визой, мы видим преподавателей, которые и администраторов, которые ставят отметки, лишь бы человек закончил учебное заведение и привел за собой других людей. Мы видим целые мусорные, в кавычках, учебные заведения, где учебы нету вообще. Какие специалисты готовятся, особенно в высших школах бизнеса, то есть в учебных заведениях, которые учат бакалавриату, магистратуре, даже порой PhD в сфере бизнеса. Мы видим то, что даже неквалифицированные люди, не имеющие понятия о предмете, допустим, по которым делаются курсовые работы, делают курсовые работы для студентов за деньги, для студентов высших учебных заведений, топовых университетов Австралии. Я лично это знаю, и эти курсовые работы, на мой взгляд, они не заслуживают вообще ничего, но за них ставят кредиты, за них ставят пассы, и это укор всей системе образования. Мне бесполезно доказывать обратно. Я знаю людей, которые пишут эти курсовые работы за деньги, я знаю людей, которые покупают эти работы за деньги. Я знаю, что это ведущие топовые университеты, в том числе. Я не хочу сказать, что в нетоповых университетах это нет. Может быть, в такой же степени или даже в большей степени. Но посмотрите передачу. Сказано, что до 100%, порой до 100% курсовых работ просто написаны за деньги, куплены с интернета. И правительство то ли не хочет, то ли не желает ничего в этом менять. Это очень напоминает ту деградацию, которая случилась 10-15 лет тому назад на пространстве бывшего Советского Союза. Я не уверен в том, что Бог миловал и мой Кингсон Институт, но, по крайней мере, я видел ту борьбу, которая ведется, видел людей, которых ребят из Пакистана, из Китая, из Индии, которых выкидывали из университета, когда их ловили на том, что они скачивали эти курсовые работы. Я вижу, что Кингсон Институт, учащиеся Кингсон Института пользуются теми же самыми, допустим, электронными библиотеками, не меньше, чем студенты University of Technology Sydney. Я вижу, что руководство нашего QI стремится все-таки бороться за качество и не прячет голову в песок. Я прекрасно понимаю, что вся эта работа может быть сизифов труд, если вся система обучения рушится, если вся система сверху донизу коррумпирована, если в этой коррупции замешаны, как сказано опять-таки в передаче, самые видные политики федерального уровня, миграционные агенты, образовательные агенты лоббируют, а фактически платят взятки этим политикам, чтобы они покрывали все, что происходит в этой отрасли, в высшем образовании. Я вижу, что скандалы охватывают не только образование для иностранных студентов, еще в большей степени охватывается образование для местных студентов. Система ТЭФ под жесткой критикой, с жестким огнем, несмотря на то, что все кругом кричат, что этот система техникума фактически очень славная, имеет историю. Может, она историю имеет, но с тем положением, которое сейчас есть, будущего эта система не имеет. Мы знаем, что тот же самый университет RMIT, в общем-то, один из лидеров
образования, высшего образования в Австралии, критиковался руководством образовательной системы Канады. Женщина тоже, фамилия Найт, ну, однофамилица нашего тут этого деятеля Майкла Найта. Вот она открыто говорила, что есть soft маркинг в RMIT, то есть дают оценки ни за что. А другое дело, давайте скажем прямо, это не только RMIT, это все учебные заведения Австралии. Поэтому, как сказал один из ребят, наш миграционный агент, мой как бы хороший знакомый, с которым мы не пересекались, никогда не виделись, но человек вроде неплохой. Вот он сказал, что если едете за хорошим образованием, делать вам в Австралии нечего. Я бы не сказал, что намного лучше положение в других странах, и во многих странах оно еще хуже. Но в принципе, да, и когда, допустим, даются отказы людям с подозрением, что они едут сюда работать, отдыхать или эмигрировать, а не учиться. Ну, если вы не способны сделать хорошее образование, что же вы укоряете людей? Это вопрос не студентам или будущим студентам. Это вопрос к самому государству, к самой системе образования и к департаменту иммиграции, который тоже мог бы как бы помочь навести порядок в этой отрасли. То есть, вот ситуацию мы, грубо говоря, охарактеризовали. Ну, просто критика, она неконструктивна, если нету предложений. Первое, конечно, делать попытки показывать, что 100% курсовых работ поддельные, написанные кем-то за деньги, это неправильная практика. Выловить этих людей, оштрафовать, разрушить эту систему и помочь студентам, в общем-то, стать правильными студентами. Я в жизни никогда не покупал, даже не знал, как это делается, мне это было не нужно. Я никогда не просил никого сделать для меня ни курсовые работы в России, в Советском Союзе, никогда в Австралии. И я просто не считал это даже просто рациональным, разумным. И, соответственно, навести в этом порядок можно. Преподаватели, которые критикуют руководство университетов и правительство, должны задуматься о том, а не они ли сами являются в том числе причиной такого неправильного поведения студентов университета. Когда людям платят по 200, 250, 350, 500, 600 долларов за час их лекций, соответственно, создается вот этот финансовый пузырь, который развращает. Студенты уже не платят за знания, студенты уже платят лишь бы все это закончить, потому что очень большие, неразумно большие tuition fees, то есть плата за обучение, и заработная плата преподавателя — это львиная доля того, куда идут эти деньги. Если бы преподаватели умерили свои аппетиты, если бы была более жесткая конкуренция между преподавателями за рабочее место, а не какие-то оградительные санкции, в том числе со стороны государства, то не было бы нагрузки на студентов, не было такой бы нагрузки на административный состав, то есть на руководство университета, высших учебных заведений. И тогда бы можно было, в общем-то, не так гнаться за этим долларом со студента и повышать качество. Поэтому вот эта вот священная корова неприкосновенности преподавателей, и то, что они вот такие честные и порядочные люди, это должно быть, в общем-то, оспорено. Здесь нету плохих и хороших сторон, есть плохая система, и эту систему надо менять. Было бы волевое решение, было бы
честное понимание и работа всем вместе, и студентам, и преподавателям, и государству, и департаменту иммиграции, если бы вся эта система заработала правильно, проблемы были бы решены, даже несмотря на то, что коммерциализация, именно вот погоня за долларом и жесткое соревнование между учебными заведениями, оно, конечно, никуда не денется. И очень, кстати, некрасиво. Вот эти вот университеты, они фактически являются шантажистами. Они объединились, плюс система TAFE. Они выкручивают руки государства, говорят, что если вы не перекроете кислород частным учебным заведениям, соответственно, мы будем просить о финансировании. То есть они требуют каких-то преференций для себя, преимуществ, и за счет частного сектора. Все принципы свободной экономики нарушаются, душится частное предпринимательство. Люди, которые в университетах, посмотрите, сколько зарабатывают топовые администраторы, посмотрите, сколько зарабатывают вот эти вот преподаватели. Это пузырь. То же самое, ну, говорят, что вот какие нечистоплотные образовательные агенты, которые находятся за рубежом. Но послушайте, тот же самый Austrade со мной даже не стал разговаривать, потому что они сказали в Сиднее, в офисе на, по-моему, где-то Сассекс-стрит, что там ближе к Дарлинг-Харбор, сказали, что они поддерживают фактически только те образовательные агентства, которые находятся за рубежом. Ну, я понимаю, есть политика протекционизма, можно бороться, но контрпротекционизм — это что-то новое, это изобретение, наверное, австралийского государства. Какой-то мазохизм приветствовать иностранцев, которые находятся где-то за рубежом, которые вот такие вот порочные практики применяют, которые не подсудны австралийскому законодательству, ему отдавать иммиграционный совет и неквалифицированный иммиграционный совет, которые совершенно забыли, что австралийская система образования базируется на том, что людям платят комиссионные от учебных заведений. Это должно быть единственным источником их дохода. Ничего подобного. Сверху нахлобучивается огромное количество других каких-то мелких и не очень мелких расходов. Потворствует каким-то псевдообразовательным агентством, которые просто криминально по своей сути. Можете посмотреть большой спектр таких агентов и агентств на просторах бывшего Советского Союза, из этого рынка. Если люди не понимают, какой урок людям нужен, то есть люди должны умирать, потому что медсестры не умеют или врачи не умеют работать и не получили нужного образования. Люди должны погибать, потому что любой ценой рекрутируются студенты, любой ценой идет прибыль. Я не очень-то верю в этот так называемую войну против терроризма, но в принципе терроризм, если не был в реале, то он начал появляться, уже выходя из-под контроля. И эти агентства, которые не подсудны, которые находятся за рубежом, они вообще могут сюда и террористов пропускать, и никакой ответственности нету. Те агентства, которые австралийские, по крайней мере, они знают, что они находятся под дланью законодательства, они подсудны, они, вся их репутация от этого зависит. А австралийское государство, ну, по недоумию, к доумию какому-то, продолжает потворствовать вот таким вот иностранцам, которые находятся за рубежом, при этом забывая, что студенту нужна помощь здесь. Это вам скажет любое учебное заведение, в принципе, любое, любая языковая школа, любой университет, любое ветовский колледж. Они скажут, что им нужны, и студентам нужны агенты, находящиеся постоянно здесь. Ну, не дебилизм ли это фаворитствовать тем, кто находится там? Я смотрю на работников Austrade, вроде нормальные люди. Если это не коррупция, значит, это скудость ума. Если это не скудость ума, значит, это коррупция. И ничего третьего нет, если нету понимания, что это экономически невыгодно для Австралии
потворствовать тем агентам, которые находятся там. Это организационно невыгодно, это просто опасно в плане национальной безопасности и защищенности. Но вот эта передача фактически она показала маленькую верхушку айсберга, маленькую такую проблему, которая реально на 3 порядка больше, чем она была показана в передаче. Не 3 университета, а все учебные заведения Австралии коррумпированы. Не китайский рынок, а все студенты иностранцы и очень многие местные студенты той или иной степени подвержены влиянию вот этой вот коррупции. Я не хочу сказать, что все читят. Я не делал этого. Многие мои друзья этого не делали. Но создана система, когда порой выгоднее обманывать систему, обманывать государство, чем учиться по-хорошему. Если вы собираетесь ехать на обучение в Австралии, никто, конечно, не будет вам говорить, что вы не получите хорошее образование. Но в данном случае вам придется во многом самому добиваться этого. Для этого нужна добрая воля преподавателей, добрая воля администрации учебных заведений, работодателей и много других агентов и так далее, и так далее. Поэтому, если мы не можем изменить общую систему, давайте менять систему в отдельно взятых учебных заведениях. Что я всегда и говорил. В нашем проекте мы стараемся помочь учебным заведениям, а когда надо и заставить, быть более этичными и более правильными, давать более качественное образование. Это интересно, это же не только машинка для делания денег, это интересное дело, и надо, чтобы все мы работали в этом плане вместе. Не хочу отпугнуть людей от поездки сюда, но все-таки люди должны задаться вопросом. И если они в действительности хотят лучшего образования для своих детей, в плане IT, инженерного образования, медицинского образования, может быть, без особых перспектив для эмиграции, не стоит ехать ни в Австралию, ни в остальные зарубежные страны. Если вы думаете об эмиграции, вопрос снят, естественно, но тогда вопрос опять-таки к работникам департамента эмиграции. Ну, серьезно, если человек едет в топовый университет, если человек едет на иммиграционную специальность, выкидывая такие большие деньги, это никогда не окупится в России, если он вернется. Ну что, не считайте людей за идиотов, мы все прекрасно понимаем, что вы намеренно даете людям возможность иммиграции, говоря, окей, заплатишь эти 120 тысяч долларов, и мы тебе даем синий паспорт. Не надо говорить, что вы правильные, не надо говорить, что не университетский сектор жулики, и давать людям отказы. Люди, которые едут за более дешевое обучение, может быть, более genuine students and более genuine temporary entrants, чем те дети, зачастую дети людей, обворовавших и Россию, и Украину, и другие страны, и теперь пытающихся купить синий паспорт для детей, и, соответственно, потом для себя, и вы этим людям потворствуете. Все очень просто, вот вам, грубо говоря, вся правда до копейки, и с этим нам как-то жить, с этим нам как-то бороться. Со своей стороны, я говорю, на базе KOI, на базе Академии коммерции, на базе Greenwich College, мы пытаемся создать систему, по крайней мере, для моих студентов, для студентов других агентов, которые понимают, что надо бороться за качественное образование. Мы пытаемся создать систему, которая бы давала хороший результат, когда вокруг такая коррупция. Получится, не получится, по крайней мере, у нас будет лучше, чем у других. К сожалению, департамент иммиграции этого не видит и не хочет видеть. Если коррупция есть в образовании, если коррупция есть в государстве, боюсь, что говорить о том, что ее нет в департаменте иммиграции, это тоже было бы глупо. Не пойман, не вор, тоже, конечно.
все люди, которые коррумпированы, все люди, которые, ну, в общем-то, преступники, хоть они не убийцы, хоть они не лезут кому-то в карман, опять-таки, условно, лезут, получается, лезут. Эти люди разъедают всю государственную систему. И самое главное, за державу обидно, потому что считается, что Австралия самая некоррумпированная страна наряду со скандинавскими странами, с Новой Зеландией, с Канадой в какой-то степени. Но боюсь, что с такими трендами, с такими тенденциями очень скоро, как в той книге «Ферма животных», однажды мы проснемся и поймем, что никакой разницы уже нет. Коррупция съела и нас. Вот на такой радостной ноте и хотел бы закончить этот длинный и заунывный ролик. Спасибо.